донору. В этом видео я покажу вам, как быстро фармить новую валюту под названием сердца в Blocks Fruits. А именно покажу секретные методы, которые помогут вам фармить данную валюту. Стой, перед началом не забудь подписаться на мой канал, ведь я очень хочу набрать 80 тысяч подписчиков. Ну а мы начинаем! RBXL, лучший магазин робоксов для тебя и твоих друзей, где ты сможешь купить робоксы по самому выгодному курсу. Постоянное пополнение, а также моментальная доставка методом трансфер не заставит тебя ждать пополнения робоксов на твой аккаунт. Огромное количество положительных отзывов от настоящих клиентов, а также дискорд-сервис с ежедневными розыгрышами робоксов. Ссылка на сайт в описании. В общем, ребят, давайте сейчас буду показывать вам метод. Смотрите, мы берем, находим вот такой вот сайт под названием The Tiny Task. Ссылку на данный сайт я, ребята, оставлю в описании. Мы на него заходим, и здесь у нас будет кнопочка download. В общем, мы, ребята, скачиваем данную программу. Если что, не бойтесь, ребят, здесь никаких вирусов нету. Это, можно сказать, у нас, ребята, автокликер. Готово, ребят, мы эту программу запускаем, и давайте покажу, какие настройки здесь вам ставить. В общем, вы сюда заходите, ребят, Preferences, Continuous Playback, ставите вот такую вот галочку, и потом Recording Code Hit, допустим, ребята, F8. Готово, ребят, программу мы настроили. И что же теперь нам нужно сделать? Как же вообще фармить данную валюту? Сейчас, ребят, я вам покажу. В общем, смотрите, ребят, допустим, у меня сейчас 1880 левел, и вам нужно найти моба, который будет такого же левела, как и вы. Давайте, допустим, ребят, что у вас 800 левел, и вы хотите пофармить сердца. Вы подходите к Factory Staff, допустим, вот этот челик, и вам нужно просто, ребята, убивать этого моба. Вот и все, ребята. Ну и как же, ребята, АФК фармить эти сердца? Давайте сейчас я вам покажу. Смотрите, ребята, вы уже открыли эту программу, да, как бы она у вас открыта. И смотрите, вы должны найти место, где спавнится этот челик. Допустим, ребят, я вот запомнился, что он заспавнится вот тут, вот, ребят. Вот тут он спавнится, и смотрите, что мы должны, ребята, сделать. Мы должны сделать вот такую фичу. Мы нажимаем, ребята, кнопочку F8. Да, нажали мы F8 и начинаем, ребята, записывать наши действия. Допустим, просто, ребята, начинаем использовать все скиллы, которые у нас есть. Вот эти, вот эти, вот эти, ребята. Ну нет, конечно, ребят, не используйте скиллы, только те, которые у нас начинают вот передвигать вперед. Допустим, я сейчас использовал, этим себе испортил автокликер. В общем, записали, ребят, мы эти действия, и смотрите, что после этого нужно сделать. После этого, ребят, смотрите, вы заходите сюда опять снова в префс, и здесь нажимаете Playback Hotkey, ребята, и тут выбираете снова F8, для того, чтобы начать проигрывание как раз самого, ребята, автокликера. После этого, ребят, вам опять нужно найти место, где спавнится этот моб. Допустим, ребят, вот тут, вот, да, вот тут он спавнится, и, ребята, берете лав, и после этого нажимаете, ребята, F8. Готово, ребят, и таким методом, смотрите, что сейчас у нас будет происходить, ребят. Получается, ребят, нажимаем мы F8, и, по идее, мы сейчас должны начать использовать все скиллы. Да, ребята, так и есть, только важный. Вот видите, я сейчас допустил небольшую ошибку. Ребята, постарайтесь после, во время того, как вы записываете ваши действия, не крутить камеры, иначе оно будет поворачивать вашу камеру как бешеную. В общем, постарайтесь, ребят, не крутить камеру и просто использовать все скиллы, которые у вас есть, и таким образом, ребята, вы сделаете автокликер. Вы, в принципе, можете, ребят, поставить автокликер и пойти себе что-то там делать, не знаю, можете пойти пить чай, можете еще что-то делать. В общем, ребят, думаю, вы поняли. Короче, ребят, надеюсь, что я вам помог. Сейчас просто нужно фармить максимально данную валюту, потому что там просто куча всяких крутых вещей, новые цвета хаки. В общем, думаю, ребят, вы меня поняли. С вами был Гакс Твинтер, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, и всем пока-пока! Пока!